За 2 года больше за 86 тысяч экспертиз. У день своего народжения новинами працовных будней с журналистами поделились самая молодая силовая структура Беларуси – Комитет судовых экспертиз. За 2 года Комитет судовых экспертиз стал полновартосным звеном у раскрытии злочинства. Тут проводят судово-медицинские, генетичные и криминалистичные экспертизы. Запотребованы послуги комитета и сирот приватных особ. Так, за 2 года было проведено 900 экспертных доследований по заявах громадян. Найбольшей популярностью користаются экспертизы по установлению батьковства. Звертаются сюда и по допомогу у вызначении ступени тяжкости телесных пошкоджений, доследования документов, почерку, зброи, идентификационных номеров автотранспорту. Все экспертизы выполняются якостно и худко. В Барановском районе в текущем году была совершена серия кражей с транспорта. При осмотре нескольких машин также выявлены следы рук, которые в дальнейшем позволили установить преступников и раскрыть данную серию краж. Поляпшается и материальная база комитета. У Пинску и Барановичах плануется створить комплексы, оснащенные сучасным обсталяванием, которые помогут эффективно працевать районным подразделением. Так у Пинску уже завершаются проектные работы. Комитет судовых экспертиз не имеет аналогов ни у одной из краин былого СССР. До этого экспертные службы працевали у складе разных ведомств. За кошт концентрации ресурсов и их переразмеркования отрималось повысить оперативность и якость выполняемых экспертиз. Молодая структура полная сил для достижения новых вершин. Мария Вячорка, Юрий Плінда, областные новини, Брест.